Всем приветик! Хвастаюсь своей новиночкой. Вчера получила вот такой вот я красопед с сингалом. Заказала опять через социальную сеть Одноклассники. Пришла мне посылочка новой почтой. Вот такой вот красавец. Дошел хорошо. Смотрите, такой белоснежный. Размер цветочка 14 сантиметров. Вот такой вот, видите он. Теперь я расскажу про корешки. Смотрите, какие у него толстые корешки. Все говорят, что он после этого цветения будет цвести как обыкновенный фаленопсис. Но может быть будет, да. Но надо будет, наверное, его как-то сформировать. Видите, все равно все-таки это гигантик. Стоит он в горшочке, диаметр верхний 10 сантиметров. Листики, смотрите, какие маленькие все-таки. Вот один только большой, а вот там второй тоже маленький. Вот. Вот такие вот корешочки. Толстенькие. Они никак... Ну, вы все, наверное, знаете, что у фаленопсиса корешочки чуть-чуть потоньше. Вот я вам кручу его сейчас. Вот, смотрите, какие корешочки с этой стороны. Они тоже толстенькие. Пока, вот даже, видите, растущие. Пока он у меня в коре. Сейчас пару дней адаптируется, и я его буду тоже переводить на воду. А вот теперь посмотрите, как их формируют. Видите, цветонос, видимо, на каком-то развитии его обрезают, оставляют только один первый цветочек. Правда, вот тут вот еще почечки, но видите, и поэтому те верхние все обрезаются, и получается вот такой вот большой, значит, один цветок. А смотрите, у меня уже пришел, начинает вылезать, видите, отсюда маленький тоже цветоносик. Так что посмотрим, отцветет этот цветок у меня. К тому времени уже подымется эта стрелочка. И я те верхние, значит, обрежу бутончики, а оставлю вот один нижний, как вот и здесь было. И посмотрим, как он у меня вырастет такой большой тоже или не вырастет. Я вам еще покажу о нем видео, что у меня получится. Будет он у меня такой же большой или не будет. Такой размер цветка 14 сантиметров. Вот такая у меня теперь появилась красотища. Я теперь тоже обладательница такого громаднейшего фаленопсиса сингала. Пока-пока! Чтобы не пропустить мои следующие новинки, подписывайтесь на мой канал и смотрите для удобного просмотра в описании под видео плейлисты. До встречи!